Надо сказать, в администрации города подготовлены инвестиционные предложения, в которых определены первоочередные объекты, требующие строительства или реконструкции в ближайшие годы. Это, к примеру, профилакторий Озерный. Здесь необходима адаптация здания для инвалидов. Далее водозабор в микрорайоне Вангапуровский, где вода до сих пор не соответствует всем гигиеническим требованиям. Бывший молокозавод, его планируется переобустроить под комбинат общественного питания, где повара будут централизованно готовить обеды для всех школ города. Кроме того, в инвестиционном предложении значится строительство двух детских садов, школы и нескольких объектов здравоохранения. Финансовой поддержкой для осуществления этих планов Ноябрьск рассчитывает заручиться в Салехарде.